Очень высокий уровень проката показывает Албан Пробер. Действительно, все прыжки выполнены чисто. Болеют не только зрители, прибывшие из Франции в Хельсинки довольно большой группой поддержки, но и не сумевший из-за травмы партнерши выступить на этом первенстве Европы Оливье Шенфельдер. Много действительно поклонников фигурного катания из Франции расположились на трибунах Хартвол Арены. Французы могут выставлять три пары в танцах на льду, а также трех спортсменов в соревнованиях у мужчин. Естественно, этим пользуются. Ну, плюс ко всему еще две спортивные пары сборная Франции может выставить в соревнованиях нетанцевальных. Парных, и очень здорово выступил сейчас Албан Пробер. И техника владения коньком, и скорость уже на самом высоком уровне. Наконец-то начинается борьба вплоть до попадания на пьедестал. Тройной лут, тройной тулуп, чисто с хорошим выездом исполнен каскад. Аксель тоже очень уверенно, без особых проблем, выполнял Албаном Пробером. В общем, он может гордиться собственным выполнением этой короткой программы.
что он сразу после окончания звучания музыки и делает, как мне кажется. 73-80, максимальный балл за короткую программу у Албана Пробера. Сейчас где-то на этот же уровень должно получиться у французского фигуриста. В прошлом году на чемпионате мира он выбыл из соревнований, получив травму. И да, практически на максимальный собственный результат исполнил короткую программу Албан Пробер. 73-50 – это второе место в короткой программе вслед за Самуэлем Контести.